Благодаря женщине незыблемым остаются такие ценности, как семья, дети, дом. Они хранят домашний очаг и делают этот мир прекраснее и добрее. Они обладают удивительной способностью совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью. Здоровья, долгих лет жизни, хорошего настроения, удачи, успехов, любви и всегда вам солнечной погоды, чтобы спасибо. Лучики, я вас тоже тепла. Очень люблю. Вы такие хорошие. Праздником. Спасибо. Тоже от меня, от всех депутатов, скромненький подарочек у вас, с вашим Мартом. Спасибо. Здесь, дай Бог, действительно, здоровья крепкого, чтобы внуки радовали, здоровье. Внучки, правнучки. Да. Чтобы все было хорошо. Главное здоровье. Спасибо, ребята. Спасибо, мой хороший. И сегодня, в преддверии женского дня 8 марта, глава города Денис Семенов и председатель Совета депутатов Роман Тикунов поздравили с наступающим праздником коллег, почетных жительниц города, ветеранов, активистов и общественниц. Спасибо большое за память, за внимание, самое за все. Спасибо. Как я рада, что вспомнили людей такого возраста. Я думала, 92 и все, рубеж. А тут еще дальше продолжаю жить, а? Ну, дай Бог, все побольше. Я удивляюсь. Еще, конечно, это благодаря вашей поддержке. Ведь Денис Олегович не один тоже. Вы, ваша команда, дружно работает вместе. Мужчины благодарили их за огромный вклад в укрепление семейных ценностей и активное участие во всех сферах социальной и экономической деятельности. Спасибо вам тоже за огромную поддержку, за помощь, за ваш труд, то, что вы делаете. Мы всегда с вами, со всеми. Все будем делать так, как надо. Все, что от нас зависит, все сделаем. Ладно. Хорошо, удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Первые лица города пожелали женщинам быть всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми, и чтобы рядом было крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царил мир и согласие. Поздравляем вас с 8 марта. Вам. Желаю вам хорошего, крепкого здоровья, долгих лет жизни, женского счастья, удачи, успехов. И самое главное, вам всегда оставаться такой же радостной, веселой. До свидания. Здоровый. Праздник. Больные никому не нужны. Вы нам в любом виде нужны. Держите это вот. Спасибо. От нас так сети символически. Спасибо. Давайте раздевайтесь. Тоже от нашего совета депутатов, от меня лично, тоже небольшой скромный подарочек вам к 8 марта. Спасибо. Праздник вас. Милые дамы от всей души поблагодарили за оказанное внимание и пообещали полностью соответствовать всем пожеланиям, высказанным в их адрес. Вам желаю не потерять веру, обрести надежду и сохранить любовь. Еще благодарю вас за то, что город чистый, светлый, уютный. Вечером гуляем, как в сказке. Спасибо. Так что вам удачи, успехов, а мы всегда поддержим вас. Спасибо, Юлия.